Приветствую вас, уважаемые рыболовы, любители рыбалки. Сегодняшнее видео хотел бы выложить свой видеообзор старых эсэсэровских блесен. Перед нами блесна, называется она Шерна. Вес у нее 20 грамм. В длине она ровно 8 сантиметров. Выпускалась она двух видов. Это светлая и, соответственно, латунная. Амплитуда у этих блесен довольно-таки узкая, небольшая. Вот, нашел я у себя в арсенале. Достались они мне еще от деда, от отца. Вот на водоемы езжу, периодически пробую их, но пока вот на них ничего не ловил. Сейчас хотел показать непосредственно игру на эти блесна, как они себя ведут, какая у них игра. Довольно-таки узенько. Блесна довольно-таки тяжелая, целых 20 грамм. Заводится она на средней примерно игре где-то. То есть даете упасть блесне на дно и потом начинаете вести лад. Если кто-то когда-то на них что-то ловил, можете написать в комментариях. Будет, я думаю, всем интересно.